Это видео снято Международной организацией по миграции в рамках проекта RE.V.ITA, финансируемого Министерством внутренних дел и Фондом убежища миграции и интеграции. Цель видео – проинформировать всех мигрантов о возможности обращения за помощью для возвращения в страну происхождения. Позвонив по бесплатному номеру 800-2071, вы можете получить всю информацию на вашем языке. Причины, по которым вы можете решить вернуться в свою страну, могут быть различными – ностальгия по семье и своей стране, трудности с поиском работы или с получением вида на жительство. Поддержка в рамках проектов содействия добровольному возвращению и реинтеграции предоставляется в Италии 6 организациями и финансируется Министерством внутренних дел и Фондом убежища миграции и интеграции. Она гарантирует покрытие транспортных расходов в страну вашего происхождения. Денежную помощь, которая будет предоставлена вам при выезде из Италии, и финансовую поддержку в виде товаров и услуг для реализации вашего реинтеграционного проекта. Вы можете, например, решить открыть магазин, пройти курс обучения, отремонтировать свой дом, купить еду или одежду и многое другое. Если ваша семья хочет вернуться на родину с вами, проект предложит им такую же помощь. Помните, вы можете бесплатно получить билет на самолет для возвращения на родину для вас и вашей семьи, если вы возвращаетесь вместе. Помощь, необходимую для запроса проездного документа в консульстве страны вашего происхождения, если у вас нет паспорта. Помощь в аэропорту при регистрации. Денежную сумму, которую вы получите в аэропорту при вылете. Финансовую поддержку в виде товаров и услуг, которые вы получите в своей стране. Если вам интересно или вы хотите узнать больше, звоните по бесплатному номеру 800-2071 с понедельника по пятницу с 9 до часу и с 2 до 6.